Всем привет, ребята, у микрофона Вася. Сегодня я работаю дежурным по переезду. Я поменял свою сборочку модов. То есть еще обновил версию, и вообще у меня все другое. Давайте сейчас возьмем желтый флаг и красный флаг. И сейчас уже должен пойти грузовой. Так что закрываем переезд и будем его ждать. Кстати, вон он уже едет. Так-так-так. Вон он уже отправился. Это у нас... Это что? Это ВЛ-60? Офигеть! Это реально ВЛ-60. С таким достаточно странным гудком. Но... Я ему забыл желтый флаг показать! Да... Так, давайте открывать переезд. И давайте посмотрим, какой поезд следующий. Электричка. И она пойдет вот оттуда. Вот. В принципе, будем ждать. Кстати, я не одел свою форму. Все, вот так вот одели. Ну и будем ждать электричку. Так, ребяточки. Сейчас уже должна идти электричка, так что мы закрываем передик и вот так вот его ждем. С желтым флажочком. Ждем не его, а электричку. Интересно, что это пойдет. Кстати, вон она уже вдалеке. У нас Демих. Так, ребята, сейчас должен пойти грузовой. Демих уже ушел. Будем ждать, в принципе. Ребята, грузовой должен пойти вот оттуда. И он уже... Пойдет через 20 минут, но будем, в принципе, ждать. Так, ребяточки, сейчас должен пойти уже по грузовой. Так, где же у нас тут грузовой? Должен пойти оттуда и давайте его, в принципе, ждать. Ну, это грузовой, он должен, в принципе, пойти оттуда. И, в общем, все, что я вот знаю. Ну, и давайте его... ждать. Ну где же он? Грузов. А, блин, я перепутал, откуда он едет. Вот этот 2Т116. Офигеть. ЕМН. Вот гудит. Еще раз погудел просто. Да, и мы на станции Новолужанск. Вот такой вот маленький грузовой проехал. Ну и, в принципе, будем ждать следующего поезда. Просто вот такой вот уезжает закат. Ну а мы открываем переездик. Ну все, в принципе, ждем. Кстати, давайте посмотрим, какой следующий поезд. Так, это у нас пассажирский. Пойдет он оттуда. Будем ждать. Итак, ребяточки, сейчас должен уже идти пассажирский поезд. И будем, в принципе, его уже ждать. Давайте сейчас выйдем желтым флажочком ждем его. Кстати, давайте посмотрим, что пойдет. Я просто не посмотрел. Пассажирский скоростной, офигеть. Ну, сейчас посмотрим. Пассажирский скоростной. Офигеть. ЕМР. Просто пассажирский. Офигеть. В принципе, ждем его с желтым флажочком. Ничего больше не могу сказать. Ждем его с желтым флажочком. Интересно, что пойдет. Тут у нас переменный ток. Вот, это чесочка четвертая. Просто с РЖДшным просто проносится.
Офигеть! Как же она пронеслась? Это какая скорость? 160 где-то? Я в офиге, он просто пронесся так жестко. Так, давайте посмотрим следующий поезд. Так, электричка. Нет. Это следующий поезд сейчас. Переверну страницу электронного меню. Грузовой. Грузовой пойдет оттуда, будем ждать. Ребят, все так и строго. Грузовой пойдет оттуда, будем ждать. Ребята, сейчас должен уже идти пассажирский, а грузовой. В принципе, желтым флажочком должен пойти вроде бы оттуда. Или откуда, я не помню уже. А, не, вот оттуда. Он же туда вроде бы уехал? Никуда, я уже забыл. Еще дождь пошел, ё-моё. Сейчас, откуда он должен ехать? А я и не помню. Так, ребята, в принципе, ждем с его. Ну, он, в принципе, должен пойти оттуда. Да. Кстати, вон уже и он. Это у нас 3М62. Гудит! Офигеть, у меня подлагивает. Просто прилетел. На такой бешеной скорости. 3М62 просто пролетел на бешенейшей скорости. Давайте сейчас посмотрим поезд. Да, у меня еще ночная смена. Давайте посмотрим поезд. Блин, нужно этот достать. Давайте мы его сейчас сюда положим, чтобы, блин, не сломался. Блин, он начинает. Так. Ага. То есть должен пойти грузовой. Нет. Пассажирский. Должен пойти вот оттуда. И будем его ждать. Так, ребята, дождь не кончился. Но сейчас уже должен идти грузовой поезд. Кстати, давайте его отсюда встретим. Что нам это не мешает делать? Ребята, вон там вдалеке что-то уже виднеется. Это вроде бы вельник 80-ш. Кстати, двойной, посмотрите, вроде бы, да, это двойной вельник 80-ш. Вроде бы перед РЖД-ш, назад не РЖД-ш. Опа, добавил газу вроде бы. Да, вроде бы, да. Вон сейчас на поворот идет. Такой вот вельник. Да, это 80-ка двойная. Офигеть. Жестко проходит. Просто гудя проходит. И красивенько уезжает. Ну все, уехал. Ну, будем, в принципе, ждать следующий поезд. Давайте посмотрим, что у нас за следующий поезд. Блин, ну куда бы? Давайте хоть сюда поставим наш ноутбук. Так. Ага, пассажирский, он пойдет оттуда. Это предпоследний поезд на мою смену, и будем его ждать. Кстати, давайте, я забыла открыть. Ну, в общем, до пассажирского еще час, будем ждать. Так, ребята, скоро уже должен пойти пассажирский, а то есть через 3 минуты. Давайте его ждать, у меня аж жестко сорвало сенсор. Давайте его ждать, дождь до сих пор не прошел. Не, ну почему? Интересно, что же это пойдет? Может, какой-нибудь Эпединем? Или все-таки Честник 4-й Тэшечка, как в принципе, и полагает.
Интересно реально, что пойдет, в принципе. Реально интересно, что же пойдет. Но мы ждем, в принципе, его с желтым флажочком. Реально интересно, что пойдет. Ну, я не думаю, то, что прям что-то пойдет жесткое, но что-то должно пойти. И мне интересно. Интересненько, что же пойдет? Офигеть, это ЭП-20! Просто ЭП-20-очка с двухэтажным поездом, просто ЕМЛ. Просто уехал, у меня аж просто имба. Уехал. Ладно, давайте ждать следующий поезд. Последний уже поезд на мою смену. Давайте посмотрим, кстати, что это за поезд. Так, нет, не пассажирский. Офигеть. Сплотка, перегоночка. Она пойдет вот оттуда. Будем ее ждать. Ребята, наконец-таки кончился дождь. Уже утро. Сейчас уже должна эта сплоточка идти, так что мы закрываем переезд и выходим желтым флажочком. Должна она пойти оттуда, будем ждать. Так, ребятусики, вон уже идет, это М62. Смотрите, это реально М62 тянет эту сплотку. Просто М62 вот летит. Гудит. Он гудит. М62. Смотрите, это секция ВЛ-80, ВЛ-60 ПК, две секции ВЛ-85, ВЛ-60, и офигеть, это бустер Качмеха, третий, офигеть, просто офигеть. Вот так вот красивенько уезжает эта сплотка. Так, ребята, мы сейчас уже должны уходить, сейчас мне что-то диспетчер сообщает. Так, диспетчер ДТП, 145-й километр, диспетчер ДТП, 145-й километр, задержитесь на работе, пропустите еще 3 поезда. Как понятно, зарплата будет удвоена. А, хорошо. Нам еще нужно 3 поезда пропускать. Ну, давайте, ладно, посмотрим. Ага, электричка. Ну, вообще, да, электричка, и она должна пойти оттуда. Ну, будем ждать. Ребята, вон уже идет пассажирский поезд. Это у нас... Это ЭД-9М в стоковом окрасе. Офигеть. ЕМН, так сказать. Это реально ЭД-9М в стококрасе. Просто. Но он, скорее всего, сейчас на станции на этой должен остановиться. Вон нам уже оттуда гудит, но либо он станции гудит. Я, если что, в принципе, и не знаю, куда он там гудит. Вот тормозит. Не доехал чуть-чуть. Вот. Все, вот, в принципе, затормозил. Затормозил Демих. Все, отправляется. Так сказать. Демих. Такой вот красивейший, просто легендарнейший ЭД-9М, даже в стоковом окрасе. Так, нужно следующий поезд посмотрим.
Грузовой. Грузовой пойдет вот оттуда. Будем его ждать. Так, ребята, сейчас уже должен идти грузовой. Закрываем переездик. Кстати, вон уже и он. Это у нас 2Т-116. И это что? Это 2Т-116 резервом? Так сказали же мне. Нифига себе, он орёт. Сказали не резервом, а пошел резервом. Задняя секция коптит просто. Кстати, не по неправильному пути хочу вам залезть. Вот так вот он уходит. Красивейший 2Т-шник. Что-то у него там заел гудок. И, кстати, остался последний поезд на мою смену. Давайте посмотрим, что это. Пассажирский. Скоростной пассажирский. Будем его ждать. В принципе, открываем переезд. До пассажирского еще целых 2 часа. Ну, будем ждать. Так, ребята, сейчас должен идти пассажирский. И, в принципе, последний на мою смену. В принципе, ждем его с желтым флажочком. Доп-доп-доп. Ждем его с желтым флажком. Ждемся его с желтым флажочком. Кстати, вон уже и он. Это у нас 2Т-116. ЕМЭ. Вот все, он едет. Ну, офигеть, в принципе, 2Т-116 тут не часто увидишь. Длинный гудок и вот так вот красиво уходит. Все, ушел. Но это был уже последний поезд на мою смену. Наконец-таки, потому что, блин, у меня еще удлиненная смена. Кладем все это сюда вот. Закрываем. И можем смело идти домой. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Эй, чел, не вырубай ролик. Очень важная информация. С Вася ЧРС пропадает с 23 июня по 15 июня. Вы скажете, ну почему же? Потому что я уезжаю в лагерь. И если будут выходить ролики, то это маленькие такие шортики. Ну, или какие-нибудь заготовленные уже заранее ролики. Вот. Так что не броните меня, но извиняюсь, на 21 день я пропаду, может на 20. Но я буду выпускать в сообществе что-нибудь писать, в своем ТГ-канале Вася и Дима. Пожалуйста, подпишитесь туда, потому что это очень важно. Ну а на этом я буду заканчивать. С вами был я, Вася. Всем пока-пока, скажете вы? Нет, я еще скажу. Этот ролик я снимал очень долго. И если меня поддержите лайком и подпиской, просто вы меня просто порадуете, потому что сейчас такие дни не лучшие. Но вот такая мини-новостная часть будет выходить практически после каждого ролика. Ну, не после каждого, а если будут какие-то мини-изменения. Но если вы хотите просто новостной ролик, вот типа во влогах будут всякие новости, то давайте наберем 2 лайка, и новый новостной ролик выйдет уже завтра. Ну, а на этом... Там все. С вами был я, Вася. Всем пока-пока.